Здравствуйте, с вами Вероника Кравчук. Сегодня мы находимся в центральном выставочном зале «Манеж», где проходит 29-я неделя моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week «Россия-2014». И закрывать ее будет дизайнер, чьи наряды ушедшим летом девушки носили с райским наслаждением, а этой осенью балансировали на грани. Все это Игорь Гуляев, модельер, воспевающий красоту и женственность не только на словах, но и в каждом изделии из своих коллекций. Моя новая коллекция сезона весна-лето 2015 называется «Новая эпоха». Новая эпоха в моей жизни, новая эпоха сегодня происходит во всем, потому что мы живем в такое время, когда все меняется. И я провозглашаю эпоху в своем модном мире. Мне хочется видеть, несмотря ни на что, что происходит сегодня, видеть красоту, видеть изысканность, видеть наших красивых сексуальных женщин ухоженными, благородными и всегда влюбленными в себя. Скажите, а что вас вдохновляет на создание своих потрясающих коллекций? Как любого нормального человека, любовь. А можете поподробнее рассказать о платьях, которые здесь представлены, о тканях? Чем вы руководствуетесь при выборе того или иного материала? Ну, как я сказал, что если я руководствуюсь состоянием души, наверное, и цветовая палитра, и все, что происходит внутри меня, я стараюсь выплеснуть наружу. Поэтому лето, благородные тона, нежное, красивое, все то, что я сегодня чувствую. Я действительно люблю, когда женщина выглядит женщиной. Я люблю провозглашать то, что было потеряно до революции. Та женщина, которая в нашей стране всегда была для всего мира эталоном класса, эталоном, я не знаю, какого-то такого статуса. И мне кажется, что сегодня пришло время это вернуть. По крайней мере, своей работой я стараюсь показать. 40-е, 60-е, 70-е, как прошлого столетия, сегодня актуальные, но я их стараюсь замешать с рубежом 18-19 века. И что-то вы можете увидеть от времен Достоевского, что-то можете увидеть со времен Пушкина, что-то можете увидеть даже с царской России, от Екатерины II. Здесь женственность, повторюсь, благородство и изысканность. И самое главное, аристократизм. Во всех коллекциях всегда это присутствует. Сегодня это просто кричит. Все в стиле Игоря Гуляева, вот как он любит. Ну, в общем, да. И, честно говоря, сезон уже такой. Как-то все равно больше стильных черных вещей. Хотя в моем гардеробе достаточно яркого. Скажите, а вы давно знакомы с Игорем? С Игорем года два. Но у меня такое ощущение, что я его знаю всю свою жизнь. Потому что мы с ним как-то стали очень близко дружить. Не только мы, вообще с семьями, можно сказать, мы дружим. И с детьми, с родителями. В общем, он очень теплый человек просто. Посещаете все его показы? Да. За последние несколько лет я не пропустил ни одного его показа. И это в первую очередь дань уважения к нему, к его таланту и к тому, что он делает. Вот сегодня я прихожу на, будучи человеком, который имеет право давать интервью Fashion TV, стоять у пресс-вола, где написан «Игорь Гуляев». Он дизайнер, и у него свой показ. Поэтому мы одновременно пришли к какому-то такому приятному, ну, не результату, а какому-то приятному рубежу.
фотографа, я же вижу, как он работает. Он очень скрупулезно относится к каждой, вот, каждой вещи, которая выходит из-под его руки. А я это очень ценю. Я вообще люблю очень трудолюбивых людей. С Игорем мое знакомство было совсем недавно, буквально несколько месяцев тому назад, и я могу сказать, что его платья садятся идеально на любую фигуру. У меня была потрясающая фотосессия в его нарядах, и сейчас Игорь шьет костюмы для нашего шоу «Снежный король», который премьера будет в декабре месяце, и это очень утонченно и очень красиво. У нас есть уникальная история знакомства моего мужа с Игорем. Я думаю, что это был первый звездный клиент у Игоря. Когда моему супругу было 15 лет, он заказал у Игоря, никого еще, собственно говоря, Женя не знал, был маленьким мальчиком, привез свои первые деньги, вырученные на гран-при, выиграл его и решил купить маме шубу. И ему порекомендовали молодого, тоже перспективного дизайнера. И Женя попал к нему. И Игорь 17 лет назад шил шубу для Жениной мамы. И с тех пор вот Женя общается и дружит с Игорем. Я, конечно, пожелаю оставаться всегда таким светлым, невероятно каким-то добрым человеком, искренним, открытым. И он заслуживает только самых вообще больших высот, потому что он умница большой. Я очень люблю Игоря. Ну, я и мой муж, и вообще наша семья, мы так дружим уже. Поэтому всего ему хорошего. Я хочу пожелать, чтобы он не переживал, все у него обязательно получится. Вот. Ну и, конечно, хорошего настроения, позитива. Он, в принципе, и так всегда на позитиве, но чтобы он ни в коем случае не терял вот эту вот лучшую зарность. Мы с Игорем знакомы давно. Я его обожаю, люблю очень его вечерние красивые платья. Все время намекаю ему на то, что на сцену мне бы очень хотелось бы что-нибудь иметь красивое. Надеюсь, что после этой коллекции обязательно у нас все сложится. В общем, да. Игорь для меня, я думаю, что в тройке самых любимых российских дизайнеров однозначно. Я благодарен всем тем, кто сегодня со мной идет в одну ногу. Я бы сказал, даже не идет, а бежит. Мы это сделали нереально за очень короткий срок, потому что вы все прекрасно знаете, что я, помимо всего, работаю еще на телевидении и живу между двух городов. Действительно, это непросто, и я безмерно счастлив, что меня окружают те люди, которые меня слышат, которые мне помогают, и я сегодня горд и счастлив, что мою одежду носят не только в России, а и за рубежом. И сегодня ко мне на показ прилетели с нескольких точек мира, поэтому я испытываю огромное наслаждение. Я просто искренне балдею от того, что происходит. В коллекции «Новая эпоха» гармонично смешиваются цвета и фактуры, стили и времена, и в то же время все выполнено в духе современности. Дизайнер демонстрирует удивительную работу с тканями, а мы поздравляем Игоря Гуляева. А с вами была Вероника Кравчук специально для Fashion TV.